Итак, двое нападавших на пост ДПС в Подмосковье на 20-м километре Щелковского шоссе ликвидированы. Один из них убит во время перестрелки, а второй попытался оказать сопротивление уже во время задержания. Он пытался сбежать, скрывался в лесу недалеко от Балашихи. Ранены двое полицейских, один из них в тяжелом состоянии. Известно, что нападавшие уроженцы Кавказа. По словам очевидцев, они подъехали к посту ДПС, были вооружены топорами и пистолетом. Мужчины начали бить стекла и просунули в одно из окон оружие. Тогда и началась перестрелка. Все произошло в районе Щелковского шоссе. Сейчас на месте работают следователи. Им предстоит установить еще личности нападавших и мотивы преступления.